История имеет много разных тем, и вот одна из них. Дело было 15 лет назад. 15 лет назад я поженился. И через полтора месяца в эфир вышла первая передача «Автостоп». То бишь год и два события. И то, и другое иногда более чем достает. Но вам, как и семье, надо. И в том, и в другом случае я задаю вопрос о дружбе. Я понимаю, что реальных друзей немного, а некоторые уже и на том свете. 25 человек я пригласил на свадьбу. 5 перешли в мир иной. Круто, да, за 15 лет? И сколько друзей нормальных-то и осталось? 3-4 человека, не более того. Вот мы вместе с родственниками и отпраздновали это дело. К слову о событии. Событие сие я как телевизор монтировал 5 лет. Другие дела-то были. Но по сути событий тема-то была другая. Первоначально это был ресторан. Но там поздравления и все остальное. И, честно говоря, заплатив примерно $5000 за свадебную процедуру и при этом получив всего 15 000 рублей, я как-то понял, что это не было спокойное общение. А вот спокойное общение я сделал на другой день. И это был не ресторан, а такие же шашлыки, но в другом месте. Мы любим это дело и продолжили его, потому что проще, без тостов и пожеланий. И мне это нравится, потому что я люблю своих друзей, общение с которыми действительно дорого нам.